Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». В Югре закрыты все ледовые переправы. Во избежание несчастных случаев спасатели рекомендуют не выезжать на реки и озера. С середины апреля проезд по сезонным дорогам на всех видах транспорта, вне зависимости от весовой категории, запрещен. Всего в Югре закрыли свыше 60 зимников. В Сургуте районе подчеркивают, несмотря на то, что толщина льда не превышает 20 сантиметров, люди подвергают себя риску и продолжают путешествовать по замерзшей воде. Никогда не было такое, чтобы в среднем 2-3 снегохода уходили за год, за зимний период уходили под льду. В этом году 16 уже снегоходов ушли под льдом. Это я благодарен Богу, что не произошло несчастный случай. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.